Вот, ты мне нравишься, пятый, и Феникс за мной. Так, ты ко мне идешь, ты ко мне идешь. А почему ты? Короче, за мной. Так, слушайте меня. Подойдите, слушайте меня. Короче, мы воевать не будем, окей? Мы пойдем, блять, в карты будем играть. Короче, а пускай они умирают, окей? Окей? Все, пойдем. Да, да, замочим их, СЦП, фу, сосать. Че, тут норм будет. Ну, короче, давайте. Я хожу первым, окей? Ибо она. Короче, туз пиковый. Король крести. Ну так, блядь, как, подожди. Мы же дурак... Ну, козырный же, блядь. Ах ты, сука. Ладно, блядь, в отбой тогда. Блядь, чуваки, я понял нашу проблему. Знаете, в чем проблема? У нас, блядь, всего три карты. Назад, подход. Закройте нахуй двери, блядь! Да не, подожди, нормально, мы закрыли дверь, все. Все, ебать. Ну, сидим-пердим, чуваки. О, блин, там кто-то уже просится. Иди, открой. Командир, пожалуйста, ты капитан, ты крутой, открой. Нет. Ааа, блядь, не открывай! Они уехали, не открывай! Закрой, лифта нету. Вы куда? Вы че, дебил? Куда лифт вызывать? Иди, блядь. Это комп. Бля, он сейчас двери нахуй откроет. Дай, за нас, ваш сын. Все, все, уходи, уходи. Блядь, нас погибли двое. Кто убил их? О, сколько птичек. Чуваки. А, у нас тебе тут двое. Народ, видите, что у меня в руках? Я из опять. Так, я из опять, так что я командир, блядь. Мне пришлось, я член опять, да, вся хуйня. Давайте, командир, мы вас верим. Вперед! Вы верите в меня, я один из 14, блядь, сколько там у нас, блядь, я не помню. Я один из 14 глав. Карточка опять у меня, я самый главный. Всем срать на твоего пять. Слава. Ты чё, поехавший? Сука, кто сказал, что ему срать на опять? Сука, кто это спизданул, бля? Я не знаю, что это обратно. Говорит, вы же... Блядь, я гранату уронил! Она из рук выпала, блядь, я не виноват! Это бан! Каким образом? Все, бан! Ребята, бан! В общем, будем действовать по обстоятельствам. Вы за мной. Если видите врага, вы стреляете, я убегаю. Всем понятно? Да. Так точно, товарищ старший командир. Все, идем. Я знаю 1001 прием, как правильно отступать, убегать или прятаться. Научите, товарищ старший командир. Нет, это только мне. Только мне можно убегать. Да, спецназ. Охраняем его, как зеницу ока. Правильно, охраняйте меня. Я тут такой один, а вас много. О, один труп. Божечки, он молился, да, походу. Ты блондин, да? Он молился, походу. Смотри, как он проехался так коленами. Пью. Ну кто, блядь, навандалил опять? Ну ёбана в рот, не я ж буду это ставить. Ёбана. Ну, блядь, желтая карточка, пиздец. Цвет мочи. Мне патрон не досыпали. В смысле не досыпали? Мало патрон. У меня есть... Да. Идите все сюда, я знаю, как решить проблему с патронами, чуваки. Идите все сюда, я знаю, как решить проблему с патронами. Смотрите, у нас, как я вижу, у всех по три обоймы, правильно? Да? По две. У меня две. Ну, у меня две. А, две, ну даже хуже. Посмотрите, если мы кого-то ушатаем, мы... Каждый может взять... Да, ты куда побежал? Ладно. Ну, я просто думал, если мы кого-то... Да всем похуй. Ну ладно, пойдем. Да, я хреновую идею предложил. А чё, я ничего не слышал. Да не, ничего. Я ничего не предлагал. В смысле? А чё, как решить проблему с патронами-то? Ну я предложил, типа, мы кого-то из своих, как бы, жребием убиваем и забираем его патроны. Ну хреновая идея, я пошутил. Пчаны, пожожда. Меня пожожда. Пожжёшь до меня. Братан! Прости нас. Мы все просрали. Я не хотел его убивать. Но ты это сделал. Мне нужна аптечка. Меня сильно ранили. Это тебе, блядь, за то, что ты своих убиваешь. Да, блядь, он сам под пулю подлез. Ну да, конечно, блядь. Уже каждый день слышу такие оправдания, ну пиздец. Это вообще ты виноват. А я, блядь, причем я в жопе в самой сидел, блядь. Нет, я просто кричал, как девочка, в панике, и все. Чуваки. А у вас есть под маской что-нибудь? Блядь. Не хочу я опять умирать.
Сука! Бля, нахуй мне куда-то уходить? У меня тут комп есть. Если никто не видит, я поиграть могу. Короче, у нас в охране работает девка, да? Надо с ней познакомиться, короче, я не знаю. Зачем тебе это? Скучна жизнь, пиздевка, ты же знаешь. Ну, как говорится, нет лучше влагалища, чем очку товарища. В натуре. Ну, золотые ну, слова. Ну, то есть ты понимаешь, на что я намекаю? Да нет. В смысле да, нет? Ты чё, сексист? Долбоёб, мы сзади тебя. Да хуй, блядь! Деда, не трожь, деда, не пизд, делай твои медали. Блядь, нам пизда. Ах, ты сюда пришёл? Закрой, блядь! Не закрывай, не закрывай. Я не могу. Не закрывай. Ты зачем? Оружие убери, оружие убери. Беги. Ты зачем ты пришёл сюда? Закрой, блядь! Не хочу. Не надо, деда, блядь! Не надо, не надо, пожалуйста! Я машина, я машина, я машина! Не трогай, деда, блядь! Карточка в спортзале. Я ухожу, ребята! Я умираю, я умираю! Карточка в спортзале. Медаль. Слушайте, а можно я лишнее оружие и аптечки после задания продам? Если вы умрете, разрешаю, разрешаю, если вы выживете, да. Все, пойдем. Работать. А, так это ж Серега с пятого подъезда. Он, блядь, обратно набухался, дебил, закупился в военторге. Зеленые, мы синие, убиваем зеленых. А если бы они были желтыми? Ну, синие, желтые. Это слава Украине, блядь.